вы на канале? 13 порций. Ну, у нас по-прежнему 12 человек. Так что приятного аппетита. Присоединяйтесь к нам, присаживайтесь. Сегодня у нас, как видите, на обеде пельмешки собственного производства. Но меня дома не было, поэтому мне про них сказать и рассказать вам нечего. Пускай расскажут те, кто это делал. Так, кто делал пельмешки? Рассказывайте. Я делал. Все дети делали, да? А я тоже. И ты делала? Ага. Получается, один я не делал. Да. Ну, сделать может каждый. Вот съесть попробуй. Самое сложное это съесть. А что тут? Лепи да лепи. У нас сегодня домашние пельмени и чистый виноградный сок домашнего производства. Самый натуральный сок, без сахара, просто сок виноградный. Виноград у нас Изабелла? Виноград у нас не Изабелла. Не Изабелла, Изабелла покрупнее который, да? У нас просто винный. Винный у нас. Из винного винограда мы делаем домашний сок. Но он не винный. Сок натуральный. Майский цветочек. Здравствуйте, ландыш. Здравствуйте, моя любимая семья. Выздоравливайте скорее. Я тоже пожалуйста, соевый соус. Я тоже начала идти на поправку. Скорейшего вам выздоровления. Чтобы ваши легкие восстановились. Мы помним, что у вас было 4% поражения. Да, от нас вам большой-большой привет. Дети, помашите. Женщина с Таджикистана. Женщина с Казахстана. Зовут ее Ландыш. Ух ты. Да, красивое такое имя, да? Да. Она нам до этого передавала привет. Ваня. Хватит. Что, он наливает все? Тихонечко наливает. Там надо деревянное ложечко в следующий раз накладывать. Так. Георгий Бекназар. Здравствуйте, Георгий. Все у вас хорошо и замечательно, вы молодцы. Но научите детей пользоваться вилкой и ножом. А то в ролике про навагу девочка справа руками на вилку накалывала. Если все будут кушать ножом, у вас рейтинг поднимется. В хороших детских садах учат пользоваться ножом. Георгий, здравствуйте. Рыбку кушают руками. Ну, увы, но мы уже отстали от хорошего детского сада. Я очень люблю кушать вилкой и ножом, но уже забыла, когда это делала последний раз. А дети мои, меня мама не учила кушать вилкой и ножом. Я не говорю, что это плохо, это очень хорошо, но мы уже кушаем так. Как кушаем, так кушаем. Уже как будет. Уже поздно переучиваться. Наталья Мананенко, здравствуйте. Мананенко. Ребята, грызем имбирь. Все бациллы убегут, если успеют. У нас, кстати, есть имбирь корень. Начинаем сегодня. Мы луковый сок пьем, теперь имбирь грызть начнем. Кого дать? Давай там. Какое-то мама горькое лекарство. Лекарство. Все горькое мама дает. Ух уж это мама! Нет, вкусное. Вкусное? Ну, да, вот. Там лук полезный. Мы сегодня слепили. Получается, у нас, я забыла, сколько я сказала поз. 340. Нет. В общем, 400. Нет, 100 поз убрали в холодильник, маленьких. Ага. А сварили мы 316 и еще 4. В общем, мы запутались, сколько мы. Еще заморозили. В общем, около... Ну, 400 штук точно сделали, чуть-чуть побольше. Домашних пельменей, больших. Пельменники называются. Ну да, здесь один пельмень, как до этого два точно тех. До этого мы формой делали, а сегодня делали все.
Валера раскатывал, Рома раскатывал, Максимка колечки делал, ему даже бухгалтерии, поэтому некогда было заниматься. Я раскатывала. А мама с Ульяной и с Никитой потом лепили. Вот что интересно, Ульяна с мамой, ручкой закрываем, да, ротик? Ульяна с мамой большие пельмешки лепили. А Никита? А Никита из таких же кружочков, ну такие маленькие. Ну, это первый, а потом я немного побольше делал. То есть мужчина так педантично ко всему подходит, такие, мы с Ульяной такие пузатые, поесть так поесть, а он такие, как на формочке. Салфетки не получится. Ой, а сок какой вкусный. Я делаю концентрированный сок. 5-литровую банку мы сегодня открыли. И вот ее ровно почти пополам разбавляем с водой. Потому что его очень, он прям сладкий-сладкий. Но делаю я его вообще без сахара. Получается, из 5 литров получается 9 литров сока. Мама, я подай бутылочку с кетчупом. Это ты? Да. Спасибо, дочь. Ротик закрывает, когда кашляешь? Дети ждали, пока мы пельмени наляпаем. Ваня раз 5 подошел. Ну что так долго? Да. Да. А мы ждали. Да. Это кусок такой вкусный. Такой дурный. Так дурный. Такой кусок хочу. Это как в магазине. Только свежее. Да, ага. Все же даже рядом нету. Угу. Конечно, сыночка. Маленькая деревня. Здравствуйте. Это тоже многодетная мама. Она пишет, что в Сочи сейчас много народу. А значит, и много работы. Сынули хорошо потрудиться, Владику нашему. Ну да. Какие вкусные. А тоже тебе? Мне тоже. Забыли поставить, но... И как красота. Не, пожалуйста. И мне. Антонина. Не люблю ни суши, ни роллы, но вам желаю приятного аппетита. У меня дети и внуки тоже иногда балуют себя такой едой. На самом деле, правда, вкусная еда. Детки тоже, а малыши еще не понимают ее, но взрослые уже распробовали. У нас со вчерашнего дня осталось 2 больших тарелки. И сегодня они их махом скушали все. Получается, в этот раз еще больше слепили, чем в прошлый раз? Ну, нет, чуть-чуть меньше, потому что перешли на позы. А так бы, да, больше было. Устали уже. Но они больше просто в этот раз. Ну да. Мы болеем. Бабушку и дедушку не пригласили к себе. Не хотим их сразу. Но мы их немножечко угостили. Привет. Да.
Ложки прям срочно сюда деревянные. Эти блюда надо. Вкусно? Да. Попей сок, попей. Ну, сок правда вкусный. Сегодня все вкусное, пельмени да. Вкусные. Как я вовремя домой пришел. Все домашнее. Да. Везет папе, ушел. Пришел пельмени. Мне бы так. Я обиду какую-то. А где тут? Может, мне завтра опять прийти? Вытащил. Мама, куда папа ходил? По делам за своим. Пожалуйста. Мама, уйдет будет. По своим делам. Что, тебе вам есть? Давай. Еще целая банка. Сначала все голодные, все хотят кушать, а потом никто не хочет кушать. Потому что ей быстро не дались. Вот он стоит. Ой, ну вкуснотища. Спасибо всем, кто делал. Самое большое спасибо, кто не делал. Кто ел, это я. Видите, я же говорил, сделать легко. А вот съесть, смотрите, как сложно. Не можем съесть. Вот он. Так что больше всего я тружусь. Ем и ем. Ем и ем. Уже не хочу, а все равно вот ем. Чтобы опять нас спасти. Ну. Но сегодня, видать, помойка уже проехала. Нет, не, вон только соседи вынесли. Да вынесли, потому что нас увидели. Нас увидели. Что у нас стоит. По улице машина проезжает с мусором. И всегда раньше проезжала часов 4. А уже несколько раз, главное, ездит, как обычно. Раз иногда проедет в 8 утра. Суббота. А я откуда знаю, почему? Приедут, когда подойдешь. Когда приедут, подойдешь к ним и скажешь, а почему? А соседи тоже? Нету. Теперь во вторник только. А сегодня не успели, мальчики в 9 часов вынесли. Что она? Нам это надо проехать. Она там проехала. Да, у нас была утром. Где, пожалуйста? Хотя сюда вот так, там едет, там тык-тык-тык, потом сюда помогает. А сон так вот работать не хочет, как пролетел. Ну? Собрала. Быстрее. Вроде так. И проехал. Не пачкайся. О, вот это да. Заходите к нам. Приятного аппетита тем, кто тоже с нами кушает. Да, у нас сегодня было вот так все. Вкусно. Делайте тоже пельмешки. Домашние. Домашние, да. Вообще, мы стараемся делать домашние пельмешки. Но я вот помню, мы когда с мужем вдвоем жили еще, мы с ним в один магазин всегда ездили за орехами, за финиками, за орехами. И вот получалось, что мы после работы тоже, и тоже вот примерно часов 5, да, в 6 ездили. Какая очередь людей за пельменями.
Мы прям каждый день видели, какая очередь людей за пельменями прям стоит сильная. Люди, получается, после работы кушают магазинные пельмени постоянно. Да? Я сказала, да? Угу. Что, давайте попрощаемся. Давайте, помашем. Сейчас Никита пошел еще за соком, а мы попрощаемся, пока Никита давайте. Ходит. Всего хорошего, друзья. Спасибо, друзья, что... до скорой встречи. До скорой встречи. Приятного аппетита и вам. И пока. Кто с нами кушал, да, не болейте. Не болейте, самое главное. Не выздоравливайте. Ну и давайте к нам, у нас еще пельмени остались. Заходите. Заходите и кушайте. Всего хорошего.